Здравствуйте, Андрей. Андрей, скажите, а на напольных часах с мелодией какое имеет значение? Любые мелодии, любые часы отбивают деньги. Поэтому носите дорогие часы, покупайте себе напольные дорогие часы. Вообще напольные часы гонят духов. Обычно во всех квартирах или еще где-то заводятся духи. Это духи блуда. Там, если муж или там кто-то закрывается долго в туалете, то что они там долго делают? Ну вот. Может быть, смотрят на голых тетей, может быть, на голых дядей, если кого-то там, или с кем-то переписываются. Все это заканчивается желанием. Это желание капсулируется, притягивает из астрала духов блуда. Такие духи блуда, они потом шляются. Что они потом делают? Они делают, ноги из-за этого болят, руки, у человека ничего в жизни не получается, ссорятся в семье. А как угнать или как разогнать духов блуда? Необходимо брать либо в колокольчик звонить, либо звук создавать. Они желают тишины, и если человек шевелится, они на него реагируют. А если сильно ударяют там, в чаши, вот тибетские эти все, в чаши бьют, там, и где-то в чот есть специальные такие тибетские методы изгнания духов, когда трубят в горны, такие трубят в ганлины, они называются, и очищают таким образом пространство. Почему? Духи боятся громких звуков, они их боятся и исчезают, то есть убегают. Им не нужно. Они боятся огня и громких звуков. Поэтому, когда часы бьют, то они, как ни странно, очищают пространство. От чего? От того, чтобы глупости в голову не лезли.